Сегодня у нас 30 августа. Вот это возле моего дома тут. И начинаешь прогуливаться с ураганом. Чтобы видно было издалека, что закрыто. Я не знаю, как тут. А, вот как. Все, пошли. Как интересно, кошка, как собака там. Вот отсюда захвати голубей. Рядом. Там сидят, греются на солнышке. Красавцы. Перышки щиплют. Рядом сидят, рядом. Рядом. Сидеть. Голос чужой. Пошли, гуляем. Вот он как реагирует. Необычно. И та собака, и эта, у которой есть пища, тот так двигался весь. Я хочу вас показать и потом немножко пояснить. Гуси. Сергей, он на меня его переписал, на меня документы все сделал. Вот, его чип здесь в воротнике. Он проехал всю за границу. От Тихого до Атлантического океана. Это легендарный пес. Вот он. Что-то травинки ест. Видно, это так надо ему. Он их и не ест, пожует и все. А вот смотри дальше, скажу. Впереди сидит кошонка. Она здесь боится, она увидала его, топ, села. Это болящее. Да. Видите, он уже знает, что нельзя трогать. И она от него не убегает. Рядом вот, видно, что нельзя, фу. Пошли дальше. Ё, покажи, какая у нее спина. Она меня увидела, забыла про опасности. Рядом. Да, еле ковыляет бедная. Гляди, гляди, потащил кость. Кость потащил. У него кость дали, это вторую ногу. Гляди, взял пасть. Ну-ка, пошли. А это тоже с опаской. Гляди, как это мочит брови-то. Он весь вздыбился даже, шарик-то у нас. Его территория. Весь вздыбился, аж дрожит. И забыл об опасности, и забыл территорию метить. Нет, пойдет, пойдет. Гляди, куда понес. Никогда так не ходил. Все. А теперь его сцепка не пускает его. Не знаю, что делать. Вот так, пожалуйста. Инфляция. Меняется курс доллара. Вон он пошел. Гляди как. Он думает, куда спрятать. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Фу. За кого ты крошкой гоняешься? Вон банк где. Гляди, банкир. Ротшильд какой. Пошел, пошел к себе. К себе пошел. Он зайти туда не может пока. И даже ни разу не помочился. Вот никогда не видал такой. У него вся задача сейчас не сохранение территории канонической, ничего. А вот то, что он положил на сберкнижку. Он бусенька. Бля, даже не глядит на него. Так это же ураган. Ну, пошел. Гляди, на самом деле, это вообще удивительное дело. А ну-ка с этой стороны. Ну, сейчас увидал, даюсь. Хорошо, гуляем. Нос-то как морщит, нос-то. И он боится его. Ураган боится. Знает, что за это он жизнь положит. Но Падишарик думает, кто с мечом к нам придет, тут он погибнет. На том его конура стояла и стоит. Пошел. А это только по краям, у границы там где-то что-то отбирает. Маленькие участки в виде Донбасса. Чашку нашел. Ну,
Все, доел. Ему не до этого. Сейчас интересно, вот дальше. Тот не знает, куда же идти. Куда перевести деньги? То ли в Карабах бежать. Да, Шарик. Как Герман Стерников. Не знал, куда метнуться. Вся его умная, заумная болтовня кончилась. Ой, это к тебе подошел он не случайно. Это защиту ищет. Смотри, ты свой сапог покажи, что-то рядом. Погладь его маленько, успокой. Шарик. Все. Вклады эти твои остаются в целости. Вот он, все. Залезал в чашку и считает, что это хорошо. А на него не посягает, ты видишь, нет, он даже не тянет. Ну, иди. То есть, он вообще благоразумнее ведет себя, чем люди. Вклады людей не погибли, у него все во рту. Он не сказал, что в целости остается 50 и 100 рублевые ассигнации. Гляди, даже никак. Вообще никак. Ну-ка еще раз попробуем, зайдем. Понимаешь, нет? Пошел, блядь. Чашка-то пропадя на пропадом. Подумаешь, какой-то там Калининград. Как Кёнигсберг. Главное, вот, ухватили все. Главное, центр Сибири сохранить. Ибо Сибирью превращение идет. Но... И в переводе на Шариков-то язык мы многое можем понять. Он даже не глядит на него, он знает, что он тебе не отдаст. Только через мой труп. Гляди, обычно подойдет, понюхает этот-то, что с ним сделалось? Ищет какую-то там копейку. Вон самое главное-то где, золотой запас России вывозят в Америку. Смотри, какая революция, дрожит весь. Нельзя, это Шарик. Это его законная добыча. Это у него дарственная. Стоит аж хвостик, волосинки-то как дрожат. Это никогда не видал, чтобы вот так вот. Ну, явно дело, что Шарик все время уклоняется от встречи. А тут... Номер-то. Что же делать дальше? Вот он сейчас размышляет, куда перевести вклады эти. Ну-ка еще раз попробуем. Шарик, дай ему маленько. Пусть он поест, пожует. На. Да главное, не подтянешь. Нет. Он думает, что она зарывает, куда вклад-то делать. Гляди. Стоп. Шарик, смотри, ураган, смотри, что делается. Вот сейчас как он отойдет, а этот возьмет. Зарывает носом, все. То есть вон куда, в швейцарские банки закладывает. А потом Муссолини сын не знает, как взять их оттуда. Шифр-то неизвестен был. Тот пошел сразу проверять, есть ли еще там, нет ли еще там. Нету. Ну, иди, он пошел в конуру. А оттуда его не взять уже, все, его не выходишь теперь. Пошел зарывать, опять зарывает в другом месте. Вот пошел куда, гляди. Зарывает, видишь, нет? Да. Он теперь его будет, как заграничный чемодан, наклейками обклеен. А туда, вот выйдет он оттуда, сейчас я его пущу туда, что он будет делать? Гляди, носом. Зарывает. То, что запачкает, это он даже не думает о том. Эх, не дали даже воспользоваться добытым. Ну, это вот Демидовы разные промышленники. Дом Юсупова. Вот они, где денежки-то. Все. Да далеко как. Дал, зубы ты показал как. Зубы показал. Вот что значит мое я. Говорят, как люди некоторые добро... Во! Слыхал? Угу. Это вообще, это Шарик, в жизнь никогда не плавал так. Ну-ка, видишь, зубы-то как он показывает. А ну-ка попробуй сейчас его Шарика потихонечку зацепь, отнеси, отведи, а я туда этого пошлю. Как он будет? Туда его, к траве, утащи. Пойдем. Маленько туда, чтобы он видел. Смотри.
смотри, далеко не отпускай, то он меня повалит. Ну, а туда ему не залезть, главное, вход-то. А то шифр его. Ну что делать? Ну, гуляй. Гуляй, гуляй. Ну-ка, ну-ка, лезь сюда. Воды хоть напийся. Смотри, не мог достать. Он далеко зарыл, у него башка-то не лезет туда. Он теперь оправляется, все. Он спокойно, ну-ка. Чтоб шарик-то видел его. Ну-ка. Шарик. Подведи его чуть-чуть, он с той стороны. Все. Все, сохранил. Ну, шарик, вообще, отпускай его. Вот она, пришла за нами. Иди. Проверяет. Так. И это сегодня ни одной метки не сделал нигде. Вот так. Все, это все. Вот так Шаляпина обманули. Заложили деньги и не отдали в Америке. Вон он. Все, только остается издалека. Спасибо. Мимо, мимо, мимо идти. Он кошек не любит, а тут еще не сделает. Она сидит, даже нужды нету. Да хорошая кошка моя, да замечательная кошка. Вот она, кошка моя. Она за мной пришла. О. Все, пошли. Вот мы новый урок прошли. Как дорого мое я. Я никогда его не отдам. Вот и все. И шарик доказал это. Вот вчера столб я зарыл. Вообще не шевельнется даже. Рубить дрова. Промазал его. Ну вот тут-то ты зачем? Пошли туда, вон туда маленькую сторонку. О-то-то-то-то-то. Это тебя так он напугал, да? Теперь надо все убирать за тобой. Все. Вот это да, напугал он тебя. Ой, да теперь что зря буксовать-то? Тут явное дело, что ты проиграл. Все, нахрапом не возьмешь. Банки эти олигархи перевели в зарубежные там офшорные системы везде. Не отдадим назад. Ну, а Шарик давно это знал. Никаких экономических институтов не кончал. Он знает, что это так. Все. Вот теперь травинками довольствуйся. А у того-то целая нога коровья. Все, мы вышли с этой территории. Сейчас мы с Любой опять, наверное, погоним гусей на Костровый пруд. Все на этом. Идите, братья, с Богом. Слава Христу.